В преддверии нового учебного года орловские полицейские помогли детям подготовиться к урокам. В рамках акции «Собираем детей в школу» стражи порядка закупили рюкзаки и необходимые в учебе принадлежности. Акция эта направлена на помощь семьям погибших сотрудников и семьям сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы. Такую акцию стражи порядка проводят 5-й год подряд. В этом году люди в форме укомплектовали 25 школьных рюкзаков. Их сотрудники органов внутренних дел детям передали лично.